Здравствуйте, друзья! Мы на канале Just Play, и с вами я, Варя Саранцева. Если вы впервые на нашем канале, то обязательно подпишитесь на наш канал. У нас тут очень много всего интересного. В прошлом видео мы открывали большие киндеры. Ссылку я оставлю в описании. А сегодня мы будем открывать новогодний киндер Джой. Джой с перевода с английского означает веселье. Сегодня он будет в стиле Ревизоро. Наша киндер-разведка донесла, что новогодние киндер Джой получились не новогодние, а странноватые какие-то. Считаю, этот факт требует тщательного расследования. Ну что, давайте разберемся. По упаковке все новогоднее. Тут такой шарфик новогодний с оленями. Пока все меня радует. Посмотрим, что же там внутри. О, будем сначала смотреть, наверное, игрушку. Так, ложечку я уберу. Так. О, вау! Нам попался новогодний котенок. Или это собачка? Давайте разберемся. Так, это у нас собачка, да. Собачка. Так, это у нас новогодняя коллекция. Все правильно. Странная игрушка. Идем дальше. У нас тут есть два шарика и что-то вкусненькое. А может, нет. Дальше. Так, я возьму красный. Синий мы уже распаковали. Ой, я же Ревизоро. Чисто. Так-с, начинаем с игрушки. Тут нам попалась совсем не новогодняя игрушка. Тут у нас попался какой-то мальчик-робот. И мне кажется, он совсем не новогодний. Если только его на елочку повесить. И то он страшный. Так, теперь возьмем зеленый. Зеленый, надеюсь, ты меня порадуешь. Зеленый, ты меня очень сильно огорчил. Нам попался такой же робот. Нам попадется что-нибудь из зимней коллекции? Синий, не подведи. Это у нас... А, ну, как сказать? Это катер такой. Нам еще не попалось ни одной новогодней игрушки. Хотя у нас была вот эта собачка, но она была какая-то странная. Это бобслей. Потом соберу. Зеленый, ты меня не огорчишь. Наконец-то нам попалась из новогодней коллекции. У нас тут синий медведь. Ну, он должен быть белый, но тут он синий. Ура! Нам попалась опять из новогодней коллекции. Нам попался тюлень. Маленький, хорошенький тюлень. Хотя бы что-то из новогодней коллекции есть. Мы постарались быть максимально объективными. Не открыли ни один киндер, ни два, ни три, а целую коробку. Что я могу сказать? В этих киндеров Джой мне понравилась только их упаковка. Их классные и красивые свитерочки. Красные, синие и зеленые. А игрушки какие-то получились страшновастенькие. Если без этого, мне понравилась собачка и тюлень. Эта коллекция вообще не похожа на новогоднюю. Я ожидала что-то более праздничного, веселого. Все-таки же Киндер Джой. В общем, по пятибалльной шкале я бы им поставила 3. А что думаете про них вы? Напишите мне об этом в комментариях под видео. Поставьте им оценки от 1 до 5. Коллекция не новогодняя, но интересная. Шоколад очень вкусный. Кстати, не забудьте подписаться, если вы этого еще не сделали. И посмотрите предыдущие ролики. Какую еще коллекцию вы хотели, чтобы я проверила? Напишите мне об этом в комментариях. Всем до свидания!